Директор детского сада занялась колдовством. Свои магические услуги она усиленно рекламирует на различных интернет-площадках. Юлия Масевнина, руководитель частного детского сада «Киндербоб» в Советском районе и одновременно практикующая колдунья. В ритуалах мы не сильны, но очень похожи на черную магию. Эта неделя, про которую я вам говорила, которая является достаточно сильной, помимо того, что работа с хозяином кладбища, с черной вдовой, также может быть сосредоточена на вызове духов. Мы хотели бы поговорить по поводу увлечения Юлии Валентиновны черной магией. Это же не здесь. Гадание, приворот, отворот. Я на данный момент вам ничего не могу сказать. А вы что думаете по поводу увлечения Юлии Валентиновны черной магией? А я прошу вас выйти из детский садик. Крючок – это ритуал, уже готовый заговор на то, чтобы притянуть к себе того или иного мужчину. У вас ребенок сюда ходит? Как соотносятся такие увлечения и... Ну, мне не очень сейчас приятно разговаривать, я не готова, я же сказала, я этого не видела, поэтому ничего не могу сказать. Нормально, все меняемо, все отвечает, все замечательно. А мы сами верите в магию? У меня нормальная психика. Ну, по мне так несовместимо. Я не знаю, доказательно это или нет. У нее страница есть в Инстаграме, она этого не скрывает. Ну, не знаю, надо дочери сказать. Юлианна, эксперт эзотерических телепроектов. Действенные ритуалы, коррекция отношений и соединение семей. Практическая магия способна изменить вашу жизнь. Как это соотносится, ваше увлечение магией и всем остальным колдунством, да, и тем, что вы занимаетесь с детьми? Детьми-то занимаюсь, у нас кто? Вы разницу понимаете? Я, как собственник, могу иметь много бизнесов, о чем мы разговариваем. Ну, то есть ваше увлечение магией – это бизнес. Моя жизнь вообще, и мое, как вы называете это увлечением, это мое призвание. У меня дети сидят среди куриных лап и травы какой-то, я не могу понять. У меня учреждение соответствует всем нормам. А сатанинские символы, которые вы публикуете в вашем Инстаграме? Сначала разберите, что такое... черной магии, что такой сатанинский символ. А потом, если вы не компетентен в этом, вы не имеете права это. А кто компетентен? Кто компетентен в черной магии? Кто? Подскажите мне, пожалуйста, специалиста. Есть эксперты. А почему я вам должна подсказывать? Ну, как... номера телефон, фраза. Я вам их подсказывать не буду. А сейчас, извините, у меня люди... Мы сегодня же обратились за комментариями и в городской департамент образования, и в Министерство образования Нижегородской области, но в обоих этих ведомствах от комментариев отказались, сославшись на правоохранительные органы. Полиция также данную тему пока не комментирует. Единственное, что нам сообщили в прокуратуре, это то, что начинают проверку всей этой ситуации.